Всем огромный привет, с вами Маша, я приветствую вас на своем канале Sweety Sweet Marie. Итак, сегодня будет видео, как вы понимаете, о моих подарках на Новый год. Поэтому, кому интересно посмотреть, что мне подарили, то оставайтесь со мной и не переключайтесь. И как вы уже заметили, у меня здесь сладостей полно, а также тоже сладостей косметических от Bath & Body Works. Но давайте начнем с того, что эти подарки мне подарил муж Саша, и это сладости, которые вот остались с Нового года, потому что уже большую часть запасов сладких мы уничтожили общими усилиями. В общем, здесь были всякие конфетки, печеньки, шоколадки, в общем, все-все-все, что я люблю. Но даже еще не открытая у меня осталась сладость, это печеньки Орео. Мы их очень полюбили в Таиланде, когда были, но особенно мы полюбили мятные Орео, но, к сожалению, у нас на российском рынке такие не представлены и просто не попадают к нам. У нас только есть, по-моему, шоколадные и оригинальные. Так что очень вкусные печеньки, кто не пробовал, то попробуйте. Ну и давайте теперь перейдем, собственно, к косметическим вкусностям, а именно это был подарочек от Bath & Body Works, как я уже сказала. И здесь у меня было, как вы видите, три вот таких кремчика для тела. Эти два кремчика, это как раз-таки был рождественский выпуск, это новинки были. И вот это, по-моему, обновленный вариант тоже Snow Kisses Sugar. Это у меня получается крем для тела Ультра Ши, охлажденный кокос, ваниль и орхидея. Пахнет потрясающе, настолько вкусные и приятные ароматы, и очень быстро впитываются, просто таки тают на теле, и это просто волшебно. Это знаете, это нужно один раз попробовать эти ароматы, и вот просто вас за уши от них не оттащишь, это я вам точно говорю. Дальше был вот такой крем, ванила Бин Ойл, это получается смесь ванили, насыщенного какао, карамели и коричневого сахара. Тоже очень приятный, очень такой вкусный, теплый аромат. И, кстати, это все ароматы, которые именно такие зимние, и они больше подойдут на холодное время года. И моя любовь – это аромат под названием Twisted Peppermint, то есть это смесь праздничная из ванили и сахарного мускуса. Вот этот аромат безумно вкусно пахнет мятой с шоколадом. Это просто фантастика. Вот это самый мой любимый аромат на данный момент. И скажу об этих кремах одно. Они потрясающие. Действительно, они очень хорошо увлажняют кожу, надолго сохраняется аромат на теле от них, так что фантастика. Далее, как вы видите, здесь было также три парфюмированных спрея для тела. И как вы можете заметить, это такой же спрей для тела, как и крем. Вот такой Twister Peppermint, то есть это тоже очень вкусно пахнет мятой с шоколадом. Он фантастический. Я, вот как вы можете, наверное, заметить, я им пользуюсь сейчас на протяжении всего января. И просто с ним не могу расстаться. Но, знаете, минус этих спреев только в том, что надолго аромата не хватает, на теле он сильно долго держаться не будет. Но если попадет этот спрей на волосы или на одежду, он будет держаться просто ядерно долго. Так что я вам реально посоветую, стоит своих денег, и он фантастический. Тоже очень вкусный, теплый, именно мята с шоколадом, самое то. И два вот таких спрейчика, которые более, знаете, подойдут на весну и на лето, потому что они более такие спокойные, более нежные и как-то больше, знаете, чувствуется лето с ними. Это один вот такой спрей, как вы можете заметить, да, он с блесточками. Это спрей называется Pink Chiffon, и здесь у нас получается аромат состоит из красной груши, лепестков жасмина, цветов тиары, орхидеи и мускуса. И давайте я вам сейчас сбрызну спрейчик на руку, чтобы вы поняли, что действительно такие блесточки присутствуют, то есть сильно в одно место распылять не нужно, потому что ваше тело будет реально блестеть, посмотрите. И знаете, этот аромат больше пахнет грушей и орхидеей, очень вкусно, очень нежно, это реально вот на весну, я думаю, это будет мой фаворит и must have. И еще один аромат, который называется Beautiful Day, он также с блестками. Здесь у нас аромат с яблоком, искрящимся кассисом, дикими маргаритками, розовым пионом и кремовым мускусом. И давайте я вам также на ручку сейчас сбрызну, покажу, что здесь есть блесточки. Кривовато получилось, ну да ладно. Как вы видите, здесь тоже есть блесточки небольшие, так что сильно переусердствовать с нанесением на тело не надо, иначе вы будете елкой блестящей новогодней летом. Он фруктово-цветочный, от
это самое то будет на лето. Особенно если будут жаркие дни, то я думаю, это будет точно мой фаворит. Также у меня входил вот такой вот гельчик в подарок. Это санитайзер, ну, антисептик для рук. И он очень вкусно пахнет именно какими-то цветами. Тоже очень приятный аромат. И я не знаю, у меня в последнее время, я вам уже говорила, что не могу вообще жить без таких санитайзеров, потому что они меня сейчас спасают просто. И еще что входило в мой подарок, это вот такая карта памяти на 32 гигабайта, потому что я всегда жалуюсь Саше, что у меня заканчивается карта памяти, когда я записываю несколько видео сразу, и мне приходится в компьютер вставлять карту, сбрасывать материал и ждать, пока сбросится весь материал на компьютер, чтобы потом по новой начать запись. В общем, было очень проблематично, и теперь вот у меня есть еще одна карта памяти на 32 гига, так что я думаю, мне это будет действительно очень надолго хватать, и я не буду так сильно ныть. И дальше, что еще мне подарили на этот раз, это был подарок Сашиного папы, это подарочный сертификат в Литуаль, а также подарочный сертификат в магазин «Подружка». Разумеется, эти сертификаты я уже потратила, я уже прикупила все себе все, что хотела, так что то, что я купила на эти сертификаты, вы увидите в моих следующих специальных видео о покупках в магазине «Литуаль» и «Подружка», так что ждите, обязательно будут видео. Ну а на этом все, это были все мои подарки на Новый год, я не стала снимать другие подарки, потому что они более такого личного характера. Это были мои бьюти-подарки, вкусные подарки. Поэтому я решила, что эти подарки именно тематика моего канала, и я вам их показала. Надеюсь, вам было интересно и полезно это видео. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, заходите на страничку в Instagram и вступайте в группу ВКонтакте. А с вами была Маша, всех люблю, целую, до встречи в новых видео. Пока-пока!